Доброе утро, добро пожаловать. Польша, 39-й год. Страна полностью захвачена. Евреев выгоняют из домов. Нас переселяют в гетто. Основано на реальных событиях. Гибнут тысячи людей. Включая маленьких детей. В мире, где царил страх. У нас много места. Мы их спрячем. Приведи всех, кого сможешь. Они дарили надежду. Сколько же ты всего натерпелась? Немцы приходят каждое утро. Умоляю, ни звука. Мама! По мотивам международного бестселлера. Ты что-то от меня скрываешь? Никто не знает, как это тяжело. Невозможно определить, кто твой враг. Кому можно верить? Джессика Честейн. Даниэль Брюль. Наверное, поэтому я так люблю животных. Загляни им в глаза. И будешь точно знать, что у них на душе. Что ты тут затеяла? В своем зоопарке? Жена смотрителя зоопарка. Скоро в кинотеатрах.